Получи собственный лицензионный ключ в Майнкрафт по цене в 2 раза ниже, чем на официальном сайте в магазине Грош Стор. Ключ отличается тем, что его никто не украдет, а ты первый и единственный владелец игры. А еще у нас есть Optifine плащи, подписки Discord Nitro и Telegram Premium. Переходи по ссылке и забирай все это по специальным новогодним ценам. Итак, дорогие мои подписчики, сейчас я буду оценивать ваши тиктоки. А вот мы там вчера создали жесткий хэштег, но я вам сначала покажу свои нереальные тиктоки. Я сейчас перееду в Чехию. Значит, во-первых, новый тренд. Бля, разъебный тренд, блядь. Я, блядь, вчера, ну, сука, до усачки смеялся с этого тренда. Ставить себе красивые аватарки, блядь. Во-первых, тренд поставить себе кайфовую аватарку. Вы сейчас, будете уже замечать. Блять, надо перезагрузить страничку, да, что-то в Чехии не очень грузит. Сейчас я перезагружу. Вот, блять, меня просто разорвало с этой именно этой фотокарточки. Кто-то так, блять, изящно ее растянул. Охуенно. Вот. Тиктоки даже без переезда в браузере работают. Нет, к сожалению, не работают. Да, хотелось бы. Значит, смотрите, во-первых, я снял вот этот тикток. Это один из лучших моих. Посмотрите, именно так выглядит человек, который искал трек Хламидия, а нашел трек ЛПшки, потому что она спиздила бит. Вот, ну это такая, типа, нормальная тема. Сейчас, подожди. Посмотри. Блять, вот это вот мне нравится, начинается вот эта хуйня, это разные люди, это разные. Вот, это чисто, это тренд, это новый тренд ТикТок. Значит, дальше. Потом Мелшер снимает свою версию, но я эту версию дополню. Ребята, посмотрите, именно вот так выглядит человек, который ворует биты. Ребята, посмотри. Бля, там у Мелшера какая-то еще разъебная хуйня была. А, вроде все. Не, но все остальные тиктоки у меня как бы на другие тематики. Ну вот этот я просто хочу с вами поделиться, да? Наконец-то Амина Тендер либо есть, сняла маску. Вот и все. Ну просто прикол в том, что она прозрачная, и все видели, типа шарите, да? Просто Мелшер сразу не понял, я вам хотел объяснить. Ладно, еще вам могу сказать. Она говорит, блядь, что, ну, типа, похуй там вот это, да, что, блядь, рекламка там. ЛПшка спиздила у меня трек. Но это видео на данный момент собрало 662 тысячи просмотров. Вот, это больше, чем ее нахуй любые видео. Вот, посмотрите, да. А, нет, вот это вот видео у нее побольше собрало. Вот, и, собственно, здесь она была отмечена, но она почему-то удалила здесь свою отметку. Наверное, не про нее речь идет. Вот, я предполагаю то, что это не про нее, это я все выдумал, очевидно. Почему-то она отметочку свою подтерла отсюда, но вот здесь отметка есть. Тут она еще была отмечена как личность. Вот, это нормальная тема. Поехали дальше. Ну все, это мы закрываем. Блять, какие-то тут у Мелшера, блять... Мелшер, я говорю, Мелшер, а как ты вообще относишься к этому вопросику? Я ночью ему позвонил, он говорит, я вообще-то сегодня на эту тему 30 тиктоков снял. Вот это все тиктоки нахуй за вчерашний день, блядь. Вот эти, он ёбнулся. Он говорит, я ее уничтожу. Ладно, подождите, тут какие-то хорошие. Вот тут он так охуенно сам себя хвалит, это просто пиздец. Вот это разъеб. Я там еще одну шутку вкину, короче, оказывается, Игорь. Я оценил одну шутку Игоря, он как... Сейчас, ладно. Блин, это гениально. Это гораздо лучше, чем ЛПшка Краш. Если что, этот трек есть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Бля... Блять, сам себя хвалит, просто охуенно. Вот. Короче, в каком-то из 30 вчерашних тиктоков он обвиняет ЛПшку в том, что она спиздила бит, и в конце говорит, кстати, ЛПшка, пожалуйста, не пизди бит из моего нового трека, который выйдет 28 февраля. Кстати, звук этого трека вы можете найти внизу. Блять, он такой нахуй гений, нахуй. Это просто пиздец смешно, блять. Вот, я ему оценил, вот, он говорит, да я сам, блядь, он говорит, я сам еле, блядь, сдержал. А, подождите, у меня есть еще какой-то тикток, сука,
Я там спалился, блядь. Сейчас. Вот. Спасибо. Зацените, я тут, ну, не вовремя, короче, отжал кнопку, я тут спалился. Спасибо, друг. Это новый тренд такой. Я поставил это... Слышите ли? Вот это вот. Новый тренд такой. Я поставил эту аватарку в поддержку тех пацанов, у которого ЛПшка спиздила бит. Лично я поддерживаю именно их, потому что у них есть железно-бетонные доказательства. Доказательства с чеками того, что они покупали этот бит. Она у них просто его украла. Поэтому просто в честь поддержки этих пацанов я поставил эту аватарку. Чего? Да. Собственно, переходим, наверное, к вашим тиктокам. Мелчер уже тут что-то написал. Hey, wanna listen to some tunes? Блять, такая хуета. Ладно, сейчас, подождите. Есть еще один жесткий прикол, мне прям понравился. Вот, я вам просто делаю обзоры на приколы, чтобы вы понимали, да? Типа, у меня уже нечего разоблачать. Я вчера себя поймал на мысли уже после стрима, думаю, ебать, я что, час пытался доказать, ну, очевидное нахуй? Типа, это мотоцикл из Лего. Этот бит спизжен, ребята! Вот, и час нахуй. Ну ладно, да, по-моему, вот это. Итак, дамы и господа, ЛПшка, бульдозер, краш, караоке. Сюда, нахуй! Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы это сделали, сэр. Охуенное караоке. Так вот, ладно, все. Я вчера попросил запустить хэштег. Хэштег называется LPSH. Ой, нет, вот так вот сделать, да? LPSH5, да? Это вот, чтоб я вас мог найти. Вот, я что просил? Я просил... ставить под ее музыку, под которую, ну, типа, она снимает, чтобы рекламить свой трек, но снимать какую-то разоблачательную штуку, вот, и еще вставлять трек «Хламидия». Тут некоторые просто разъебные, некоторые, блядь, мне страшно... Вот этот, по-моему, этот чел один из лучших, кстати. Ну, поехали, короче. Hey, а, это, окей. Wanna listen to some tunes? Ну, такая нормальная классика. Вот, вот, а, подожди, это Мелшер отреагировал. Блять, я очень надеялся, но либо я не понял, либо реально Шазам определил. Я типа, я так и не выкупил, блять. Вот. Кстати, опять же, смотрите, Краш, да, Краш, это ее официальный трек. Тут Мелшер, Хламидия, пятерка, мое видео, блять, какой-то чел-клоун, нахуй. А, бля, реально, сука, реально. Блять, Шазам определил, блять, Хламидию, нахуй. Ну, охуенно, спасибо. Бля, я не понимаю этот тренд вообще, вот эта вот хуйня, но мне просто нравится, как в замедленном Мелшер вот эту вот хуйню исполняет. Если б я шарил бы за эти, да, мемы. Бля, это хорошо. Хорош. Хорошо. Бля, ну... Чтобы они не мучились, прикладываем нож к голове и пробиваем мозг. Так делают все, поэтому это нормально. Чтобы они не Бля, как лайки нахуй ставить, блядь.
А, ну ладно, это я вчера на стриме видел просто. Шла? Ой, я очень стесняюсь, но когда-нибудь надо сказать. Как ни крути, оригинальный звук, это, конечно, не то. Надо, чтобы были звуки. Не, ну вот этот мне не нравится. У меня нет прав. 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 Я извиняюсь, у нее нет прав на бит. Если, ну, у кого-то какое-то недопонимание, да, есть, у нее нет прав на бит, на потому что права на бит у нас. У меня нет прав. У меня нет прав. У меня нет прав. Всем привет, я профессиональный битмейкер. И недавно мне написала на почту одна популярная тиктокерша ЛПшка. И вот я приступаю к работе, открываю свой MacBook Pro и вот сижу, работаю, пишу для нее бит для ее нового трека. Ебать, ты повелся, что у нее был битмай? Ты че, ебать? У нее был битмай? Да, блядь, сейчас как попасть нахуй? Пишу для нее бит для ее нового трека. Ебать, ты повелся, что у нее был битмай? Ты че, ебла? Хламидия, моя, такой красивой быть нельзя. Блять, сука, ну я надеялся на то, что типа он скажет. Ну, там моя группа открыта, и я думал, типа, делаю бит, и заходит хламидию, и, типа, вырезает нашу акапеллу, и просто бит берет. И че, все, я сделал бит для популярной тиктокерши. Блять, что это вот это за мистер Фантастик тренды, блять? Блять, чтоб вы понимали, вот это то, что я заказывал, вот прям. Чел поет под хламидию, но отмечен трек Краш ЛПшка. И если люди будут искать Краш ЛПшку... Хламидия моя, такой красивой быть нельзя. Блять, сюда нахуй. Ой, блять, я закрыл случайно. Ребята! Ебаный фак, надо к Мелшеру опять переходить по этому. Ребята, посмотри! Сука, эти аватарки ебучие еще, сука, меня разорвало вчера нахуй. Все в телеге слышали, как я, блядь, смеялся. Хламидия, хламидия моя, хламидия моя, такой красивой быть нельзя. Да нормально. Ко мне! Хламидия. Лепёшка, спасибо за такой чудесный трек. Хламидия моя, хламидия моя, такой красивой быть нельзя. Ой, бля, он даже не парился, он, по-моему, не себя снимал даже. Хламидия, хламидия. Выходит трек того парня. Моя хламидия, моя, такой красивой. Ой-ой-ой, Мелшер. Быть нельзя. Еще и рекламу трека Мелшера подкинули сюда. Сейчас. Ой, я очень стесняюсь, но... Тупо бобриная, бля. Что-нибудь надо сказать. Как ни крути, это факт, это мой подписчик. Это у меня все такие подписчики, у меня интеллигентные подписчики. Да-да, именно так. Сейчас, сори, я бы скипнул, мне просто интересно, как он. Блять, охуенно. Подожди, что это было? Ну, ты запустишься? Блять. Интересно, эти аватарки только, ну, в наших комментах. Хламидия моя. Пятерка, пошли с нами в кино, мы тебя обожаем. Я такой красивой быть нельзя. Блять, кстати, Мелчер сказал, что поскольку она забанила его в ТикТоке, нахуй, он пойдет делать обзоры на Телеграм ее парня, нахуй.
Вот. Я еще не дошел до телеграммы ее парня, но он сказал, что там еще больший пиздец. И типа, он тоже оказывается. Я даже не знал, блядь, то, что у нее парень есть. Трек прокачал. Это настоящая запись. Это настоящая. Им понравился мой трек. Фу, блядь. А, не, это хуйня полная. Не. Короче, какой-то еблан мне в предложку спиздил. Я не знаю, это правда ее мама или нет. Какой-то еблан написал, типа, здравствуйте, а это вы мама, типа, ЛПшки? Я менеджер, блядь, Кирилла Баранова. И я хочу вам предложить сотрудничество, чтобы ваша дочка отсосала Кириллу Баранову за 500 рублей. Но это, блядь, уже перебор. Это какая-то была полная хуйня. Вот, я захотел даже забанить этого человека, блядь, у себя нахуй в группе. Вот, но я был с телефона и не смог забанить. Насердие долой, мы будем драться. Нападай, попробуй до меня добраться. Полагаю, ты устала уж пытаться умирать сто раз и возрождаться. Этот зал туда. Спойлер, походу, какой-то словил, блять. Девушка охуела, что спиздила трек, но, блин, какая же она вкус. Сюда, блять. Да дальше нечего смотреть, уже понятно, бим. Блять, вот это я смотрел, это такая хуета. Короче, он просто играет в Brawl Stars и подпись «Навалил скилла под трек Хламидия». Просто чел навалил скилла, блядь, в Brawl Stars. Смотрите, вот. Вот, жестко наваливает скилл. Раунд выигран. Все. Навалил мне реально скилла в Бравле, блядь. Вот, а ну. Пикабу буши до Хэллоуи. Фулио! Я постоянно с Трэвисом как Ди. Пикабу буши до Хэллоуи. Она там качалась под трек. Ей там трек понравился, она вот так вот качалась под него. Вы чё? Блять, лайков пиздец. Ко мне! Хламидия, хламидия моя, хламидия моя, такой красивый. Краш ЛПшка, всё правильно. Всё правильно, это правильный трек. Быть нельзя, хламидия, хламидия. Ко мне! Спасибо, 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 респект. Ко мне! Пашка богиня не думала, что сможет написать такой охуенный трек, так еще и бит. Невъебенный купила, просто, блин, лучшая. Я хламиния моя, хламиния моя, такой красивой быть нельзя. Кстати, ЛПшка, можешь использовать это в качестве следующего бита. Ну так, просто вырежи, да, с кусочка стрима. Там в бас добавь или еще кого-нибудь. Ой, блядь. Это ее парень кто-то? Вот, или это ее парни? Я типа не разбираюсь, типа, сори. Vocal percussion on a whole nother level. Coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level. Coming from my mind. Ладно, окей. Скамини, они такие тупые, нахуй, так смешно. Ко мне! Хламидия, хламидия моя, хламидия моя, такой красивый. Крутое видео. Блять, комменты только из этих аватарок. Опа! Сюда, блять! А ну-ка, а ну. Блин, у него есть ТикТок. Соболезную. Бля, душник, бля, душник, ты крутой. Бля, душник, бля, душник мой, а то и помню жутко. Блядь, как он это делает? Это лучше, чем мараны. Бля, душник, бля, душник, ты крутой. Слышишь, ты хлопки, это было по-мужски. Моя тёлка, золотые песни, услышал... Ладно, ну сами послушайте, я думаю. Проблема,
Wi-Fi, да проблема с имя Дона Дис. Случайно не мой топовый модератор из Бига Лайфа? Купите деньги, да иди я Это тут при чем вообще? Это тут при чем, как это? Подожди, что ты... Да-да-да, надо под этот снимать, потому что она сама под этот именно выкладывает. Бля, чел татуху набил, респект! Фу, блять, парень, дайте я руку пожму. Надеюсь, он пенис не покажет дальше там свой. Фу, блять, что это? Хелпешка, воровка и шалава, пизданула бит, но это... Ладно, плыву на лодке, пацаны. Жестко проплыл на лодке, нереально. Фух, блядь. Сколько вы насрали этой хуйни. Бля, нихуя у тебя притча. Сюда, блядь. Пиздец там нахуй тиктоков. Вы чё, ёбнулись? Так, я теперь обязуюсь смотреть, ну, только самые популярные тиктоки, если вы будете по этому хэштегу снимать. Подожди, это что? О, бля, я ж скачал вроде. Прибить сюда, бля. Блядь, наверное, тоже спойлер словил, блядь. Жесткий спойлер. Ну, короче, вы поняли, под какие звуки, под какие хэштеги записывать, чтобы я посмотрел ваши топовые тиктоки. Мне Мелчер сказал еще вам лайки ставить, но мне лень логиниться с компа в тиктоке. О, блядь.